Всем привет, друзья! С вами снова я, Наталья. Привет из белорусского города Гомеля. Я сегодня на катке. О, мамочки! Такое прекрасное место. Почему я раньше сюда не пришла? Уже второй месяц дома, только первый раз пришла на каток. И вы знаете, не могла ездить. Просто не могла. Теперь, вот уже полчаса прошло, я уже немножко катаюсь. 4 года на коньках не стояла. И то, сколько там была, 4 года назад тоже один раз. Когда жила дома, по молодости, да, сейчас нет. Ой, ноги заплетаются. Ходить не могу, вот она я на коньках, где я? О, мама! Такие вот дела. Так и что я хочу сказать? Я не ожидала, что здесь так много людей. Я прочитала расписание, что будет, например, без 25, да? Пришла, а там, тут полукилометровая очередь. Кто в кассу, кто в пункт проката, кто в камеру хранения. Ну, камеру хранения не все, ну ладно. Очень много людей, очень много со своими коньками тоже. Вообще прекрасно, прекрасно, что у нас есть такое заведение. Сколько маленьких деток, сколько детей, постарше, взрослые. Ну, я такая же тетя взрослая. Очереди до сих пор стоят. Так что... Класс, класс. Я возьму абонемент. Еще месяц здесь буду, возьму абонемент, 100%. На несколько занятий, причем рядом с домом. В Италии такого у нас нет. В Катании городе была, там сделали, были дворец, ледовый дворец. Но он закрылся очень быстро и сделали китайский ресторан. Все-таки в Италии любят больше покушать, чем заниматься спортом или вот такими для всех людей праздничными катаниями. Это же такой праздник вообще, круто. Все, всего хорошего. Привет еще раз из города Гомеля.